станции, который работал в блокаду, в блокадном Ленинграде, детская цирковая школа и помещения, которые необходимы как раз для проведения больших шоу большого Санкт-Петербургского цирка. Поскольку на сегодняшний день цирк, который строился 145 лет назад, немножко не умещает возможности. Это хорошо, что у нас такие, ну, практически семейные взаимоотношения с Большим Московским цирком. Почему семейные? Потому что технический директор Большого Московского цирка Артем Китаевский, он здесь сейчас находится. А сегодня сюда еще приехал Олег Юрьевич Китаевский, который отец Артема Китаевского, который является техническим директором компании «Росгосцирк». И понятно, что мы можем уместить практически невместимое в цирк, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому рассказал то, что хотел. Дорогие друзья, взрослые, поактивнее. Да, вот здесь.